вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Ну, во-первых, понедельник. Во-вторых, у нас сегодня первый день лета. Прекрасное время для того, чтобы все намеченное не просто быстро совершалось, но еще как бы теплая обстановка окружающего лета всегда помогает и способствует этому. Ну и наша передача, которая начинается в первый день недели, она помогает тоже, в общем-то, тем людям, которые всегда что-то для себя намечают на неделю, на месяц, на год. И очень часто мы начинаем именно вот по понедельникам. Ну, а тем, которые уже продолжают, тем более. Нам сегодня надо хороший заряд на неделю. А лучшего заряда, чем знакомство с людьми, которые в этой жизни что-то поняли, к чему-то пришли, это, я считаю, самый большой подарок в начале недели. И этот подарок мы всегда стараемся в нашей передаче вам представить, подать. У нас сегодня тоже очень хороший для вас подарок. Прекрасное знакомство. У меня сегодня очень обаятельная, моложавая дама. Она настолько меня самого поразила своим оптимизмом, своим отношением к жизни, а главное – умение быть стройной, физически готовой для того, чтобы совершать все, что она намечает. Но для того, чтобы вначале покажем вам фотографии, чтобы вы представили, как этот человек может себя вести. Вот, пожалуйста, шпагат. Шпагат. Это дама, это моя гостья. Это Рахиль Перцовская. Рахиль Перцовская у нас в студии. Здравствуйте, Рахиль. Здрасте, очень приятно вас видеть. Молодого. Да, вас видеть еще более приятно. Рахиль, обычно вообще женщин, дам, возраст не спрашивают. Но у вас какое-то свое отношение к возрасту. Вот я знаю, что кого-нибудь спросишь порой, ну, там, он говорит, о, дай Бог, Бог сам решит, вот когда там день рождения. А вы всегда, вот сами говорите, через столько-то месяцев мне исполнится сколько? Через год и 7 месяцев 90. Через год и 7 месяцев вам исполнится 90 лет. Ну, возраст так средний. Да, конечно. По крайней мере, вот мы только что видели фотографию, мы понимаем, что у вас молодое и энергичное тело, а то, что внутри нас, это, наверное, и есть наш запас, которым мы живем, правильно? Видимо, да. Как давно вы приехали в Америку? Я приехала в Америку в 96-м. То есть 13 лет тому назад. 13 лет. Вы по специальности вообще врач, да? Я врач, да. Я врач-невропатолог. И получила вторую специальность физиотерапевта. Это еще было в той жизни? Это было еще в той жизни. Но я здесь продолжаю работать. Да, вот мне вот интересен такой момент. Вы приехали, в общем-то, уже, если по возрасту, по паспорту. Всегда существуют как бы паспортные данные, от них никуда не денешься. Вы приехали по паспорту, по визе, в которой было указано, что вам 76 лет. Я понимаю так, что вы ехали в Америку не как бы доживать, вы ехали жить активно. Видите, когда я ехала в Америку, я, конечно, дрожала всем телом, потому что мне было непонятно, что нас встретит здесь. Но когда я приехала, уже на вокзале я была потрясена тем, что моего мужа, который, в общем-то, ударил сильно колено и не мог ходить, встретила коляска. Я была этим потрясена. Забота. Забота. А когда автобус наклонился, чтобы взять его на борт, я была просто, я прослезилась, я не могла этого... Вы влюбились в эту страну. Да. А сами вы, вот вам 76 лет. Да, я приехала. Как вы себя, так сказать, как вы себя находили в этой стране? Да, да, очень интересно, между прочим. Я хочу вам сказать, что вообще-то говоря, наша жизнь ведь зависит от того, что Господь Бог дает, что судьба предлагает. Если я приехала без языка, без лайсенса, без каких-то надежд на то, что я смогу реализовать свои знания, свои умения, а я ведь училась очень много. Я, во-первых, получила диплом врача, во-вторых, я училась у индусов, у которых я получила диплом. Индусы, да? Вот индусы, в индийском посольстве, учитель. А что это было за обучение? Это специально. Диплом, о чем говорил диплом? Диплом говорил, что я могу помогать людям этим методом индийской народной культуры, то есть, может быть, там йога.
так, медитация. Вы ведь учитель йоги, скажем так, или я не знаю. Дело в том, что учителем йоги вообще искать эти методы я стала тогда, когда я сама смертельно заболела. Когда? В каком возрасте это было? Это было в 60-м году. Мне было 39 лет, и меня приговорили к смерти. А что у вас было? У меня был рак с метастазами. 39 лет? Да, 39 лет. И вы нашли способ выжить? Ничего я не нашла. Выжить? Я обратилась к врачам, потому что я понятия не имела о том, что мне может помочь в это время. Понятия не имела. Меня прооперировали. После второй операции у меня была тяжелая асфиксия на грани клинической смерти. Меня там откачали. А потом после этого я очень инвалидизировалась, я получила микроинсульт. Мне сказали, что мне жить несколько месяцев, у меня на руках парализованная мама и семья, 5 человек. В общем, я была в шоке. И как вы из него выбирались? Никак. Меня выписали бы домой в тяжелейшем состоянии. Я ползала по полу, я не могла встать. Я не могла просто подняться со стула. Я ползала, как червяк по полу. К маме парализованной я подползала на четвереньках. Но сегодня мы только что видели фотографию, на которой вы вся из себя такая юная и гибкая. Дело в том, значит, вы что-то прошли за это? Я поняла, что я не могу... 50 лет с лишним, да? 50 лет. Ну да, но дело в том, что я поняла, что я не могу в таком состоянии оставаться. Я должна или умереть, или выжить. У меня же на руках были какие-то обязательства. И? Семья. И что? И мне началось с того, что я начала искать методы, так как я до этого перенесла 3 смертельных желтухи. Это была Боткинс, ко мне влили ссылку. Я думаю, что если бы я сейчас писал анамнез, или как называется, анамнез, да? Да. То есть перечень ваших заболеваний, У меня ни одного органа здорового нет, но я здоровый человек. А как это так происходит? Объясните, откройте секрет. Да, но дело в том, что наша медицина подходит человеку как мешок и внутри органы. Да? Кардиолог занимается сердцем, пульмонолог занимается там, легкими и там, бронхами, гастроэнтеролог желудком. Да? Как будто можно человека разобрать на части. Может быть, это имеет смысл, но человек, кроме того, это еще система. А что такое система? Система – это такой в общем-то, организм, который, в общем, не состоит из органов. Он имеет органы. А из чего он состоит? Из впечатлений? Из восприятия? Он состоит из проблем, которые ему надо решать. Из тех задач, которые перед ним стоят. Но вы должны эти задачи понимать? Вы должны дать указания? Или вам сама система подсказывает? У нас есть регуляторная система мозга. У нас есть мыслительная часть, где ум, да, руководит вашими действиями. Но кроме ума у вас есть чувства, у вас есть интуиция, у вас есть, наконец, еще целый ряд вера. А это как это все? Я должен этим манипулировать? Дело в том, что это разные совершенно вещи. Они по-разному действуют. Если ум направлен на то, чтобы рассуждать, то если вы сильно будете рассуждать в своей вере, то от веры ничего не останется. А что надо? Просто верить? Просто верить. Верить в то, что ты будешь здоров. Верить в том, что ты выздоровеешь. Скажите, какой ученый может что-то сделать, если он не верит в свой результат? Что может вообще человек сделать? Может ли человек сделать себя здоровым, если он не верит в своего здоровья? Скажи, то есть вы хотите сказать, что если человек начинает верить, то его система внутренняя, уже не будем тогда разделять отдельно каждый орган, начинает настраиваться на его веру? Она начинает настраиваться так, чтобы выполнить свою жизненную задачу. Не важно, что он какой-то поврежденный, это не имеет никакого значения. То есть это значение имеет в смысле, так сказать, возможностей, но возможности человека вообще не ограничены. Мы даже себе не представляем, что может сделать человек. Это даже невозможно себе представить. Самое тяжелое заболевание еще не является, допустим, есть смертельные заболевания, но нет смертельных больных. Человек болен смертельным заболеванием, может выжить. Вот перед вами этот человек. Ну, вы знаете, вы делаете такие заявления, которые, с одной стороны, ошарашивают, с другой стороны, настораживают, скажем так.
Человек может выжить за счет своей воли, за счет своего настроя. Нет, видите ли, воля это может быть недостаточно, хотя это немаловажно. Но человек должен понимать, что где находятся те ключи от его телесного здоровья, от его не только телесного, но и здоровья его сознания, его мозга. Хорошо, хорошо. Где они находятся? Где вот они где они находятся, а как он может понять? Вот я, хочу, например, хочу найти, где они находятся. Вот скажите мне, где они находятся. Хорошо. Между нами говоря. Да, между нами говоря. С чего, как говорится, начинать, да? Начинать надо с того, что вы должны понять, что вы это можете. Что вы можете это сделать. Я могу быть здоровым. Вы можете быть здоровым. Я могу преодолеть. Вы можете быть талантливым. Не дай Бог, вы можете талантливым. Даже талантливым, да. Я это, между прочим, доказала своим ученикам, когда я совершенно плохо знала английский и никогда в жизни ничего не писала. Вы до приезда в Америку английским не увлекались? В общем, и не то, что не увлекалась, это стоило бы больших денег, чтобы выучить. Мы просто не обладали. То есть вы приехали с нулевым английским? В какой-то мере, да. Да. И сегодня вы можете общаться? Ну, общаться на бытовом уровне я, конечно, могу, безусловно, потому что я сейчас приехала из Бразилии, там же только мы говорили по-английски, меня понимали, я понимала. Но как раз дело не в этом. Английский, конечно, я не буду знать, безусловно, потому что, чтобы его знать, тут надо вырасти, чтобы по-настоящему. А если бы вы захотели, поставили перед собой такую задачу? Видите ли, все имеет свои разумные пределы. Видите, мне нужно, что мне нужно для моей работы, допустим. Я веду реабилитацию больных, которые не могут выздороветь в больницах, и в этих в офисах, и в госпиталях. Они приходят в мои реабилитационные группы, так? И что они там получают? Они получают определенные методы, которые позволяют им сделать из тела достаточно такой нормальный инструмент, чтобы он мог соответствовать вашим желаниям и вашим стремлением, так, и сделать ваш мозг здоровым. Ведь посмотрите, что происходит. Есть замечательная притча, между прочим. Можно мне его вам рассказать? Да, пожалуйста. Два монаха шли в далекое свое путешествие, к какому-то монастырю. По дороге им встретилась река. А на берегу сидела девушка и плакала. Один монах подходит и спрашивает у нее, почему ты плачешь? Она говорит, на том берегу больная мама, а я не могу, а не знаю брода, не могу перебраться туда. Минах берет ее на руки, переносит, оставляет на том берегу, они идут дальше. Идут час, идут два. И второй монах говорит, ты же сделал большой грех. Девушку взял, на руки взял. Ты же взял женщину на руки. А он говорит, я ее взял и оставил на том берегу, а ты до сих пор ее несешь. Скажите, пожалуйста. Это значит, что вы без конца в своем мозгу прорабатываете. Это называется, индусы это называли бетономешалкой в голове. То есть это не надо делать? Нести ее это, всю это, оставшуюся вот не внутренний надо, да? Диалог, надо было оставить ее и все. Это внутренний этот диалог, он вас просто выбивает, он невротизирует, он делает страшные вещи. Когда вы без конца прокручиваете мысль, которая вас беспокоит эмоционально, и когда без конца вы фиксируетесь на ней, вы превращаетесь, понимаете ли, в орудие, ну, просто этой мысли. Самоистязание, самоубийство. Поэтому остановить внутренний... Почему вот медитация так сейчас популярна? Медитирование, там, психотренинги всевозможные. Именно потому, что они могут остановить внутренний диалог. Я вообще хотел, чтобы так немножко с вами. Я небольшой специалист. Другое дело, что меня интересует, и главное, что наших зрителей наверняка многих интересует быть здоровыми. Да. Скажите, прежде всего, да. Вы занимаетесь йогой? То есть я хотел бы, чтобы люди немножко с вами познакомились. Я не занимаюсь. Я правда была самым старым йогом в Харькове, где я жила. То есть лет 50 вы знаете, что такое йога? Да, конечно. Я, конечно, все эти йоговские движения, не только... Йога – это же не движение. Это философия. Йога – это образ жизни. Образ жизни, да. Отношение к жизни. Это, во-первых, как вы дышите, а во-вторых, что вы едите. А в-третьих, что вы думаете. Уже понял, надо думать правильно. Не только. Надо делать. Если вы делаете, вы получаете. Если вы ничего не делаете, вы ничего не получаете. Знаете, ко мне пришла одна женщина и говорит, вот 5 профессоров не могли меня вылечить, а вы говорите, что, может быть, вам удастся. Я говорю, не мне удастся. Я говорю, попробуйте.
Я говорю, у нас не синагога, у нас верить не обязательно. Работайте, и вы получите результат. А не будете работать, ничего не получите. И так, прежде всего, надо работать. Скажите, пожалуйста, вот мне как-то очень понравилось, и как-то вот, когда мы разговаривались первый раз и познакомились, мне понравилось ваше замечание о том, что все мы ставим цели. Это меня так учили индусы, что, допустим, если мы чем-то занимаемся, например, вы ходите в джим, там, или вы бегаете, или вы прыгаете, вы хотите чем больше. Выше, сильнее. Выше, да, да. А какая, то есть в жизни мы все ставим цели. А какая цель в жизни, если так разобраться? А вы какая цель? Какая цель в жизни? Не знаю. А мне учили мои учителя, они учили меня так, что цель в жизни – прожить каждый час своей жизни с удовольствием и с радостью, подарить это другим. То есть цель жизни – это сам процесс? Сам процесс. Это сам процесс. И поэтому йога – это процесс. Это процесс, учащий расслаблению в сложной позе. То есть вы должны уметь расслабить лицо, шею, плечи и руки даже тогда, когда вам неприятно, когда вас обижают, когда вы страдаете, когда вы, допустим, получаете какой-то эмоциональный удар. Вы должны уметь это сделать. Ну вот сейчас идет прямой эфир. Вот я, вы если должны расслабиться. Если бы я вот нервничал, дрожал, что я должен сделать для того, чтобы быть расслабленным? Это значит отпустить свои мышцы. Лица, плеч, рук. Расслабиться шею. Кстати, телезрители... И думать хорошо? Ну, думать, если вы будете думать о расслаблении, уже другие мысли к вам не придут. Да. Просто я уверен, что многие сейчас телезрители, которые это все слушают, знают, они бы хотели знать какие-то приемы. Да, давайте мы вернемся к этому вопросу. Что же в теле самое главное для того, чтобы восстановить здоровье? Ведь вы понимаете, природа и каждый сустав сделан для того, чтобы и двигать его. Посмотрите, как мы двигаемся. В лучшем случае мы ходим. А что значит ходить? Ведь в суставе не только сгибание и разгибание существует, в любом суставе. Вы должны максимально выжать из него то, что он может сделать. То есть наш позвоночник... Значит, получается, вы где-то противоречите, то есть ставится цель, выжать никакой, из него. Никакая не цель, просто вы должны сделать это. Это ваша работа, это никакая не цель, это ваша работа. Значит, наше здоровье запрятано в нашем позвоночнике, где все центры для рук, для ног, для головы, для внутренних органов. И запрятано в крупных суставах. Это система прямостояния. Это древний человек встал на ноги, да? И он получил... Так что же, как же? Посмотрите, 12-летний мальчик, когда он сгибается, не может достать пола. Это уже сейчас. Почему? Потому что он не тренируется, не делает зарядку по утрам? Потому что он не делает то, что нужно для поддержания своего статуса такого здорового ребенка. Ребенок нуждается обязательно в движении. А родители часто их ограничивают, правда? Сиди-посиди, ты вспотеешь, ты простудишься. Скажите, пожалуйста, делаете зарядку каждый день? Вы какие-то упражнения? Как вы поддерживаете свою форму? Да, вот я поддерживаю свою форму определенным образом. Во-первых, я работаю над своим телом обязательно. Что значит работаю? Что это значит? Это значит, что я должна уметь согнуть, разогнуть ногу как следует во всех суставах. Так, я должна... А если она не гнется? А это надо сделать очень постепенно. Вы не стремитесь к цели, вы должны проработать этот процесс. 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 Самое важное процесс. В жизни, я уже это понял. Это процесс. Можно что-нибудь я покажу? Нет? Можно что-нибудь я покажу? Я боюсь. Мои телезрители, наши телезрители верят нам. Ну что? А что, вы можете ногу вверх, Ну что, можно поднять ногу. А что вы ногу. Сделаете? Можно поднять ногу к ей. Ну, поднимите. Давай попробуем. Давайте напугаем кого-нибудь. Давай попробуем. Да. Ничего себе. Да. Обычно я хлопаю, когда люди поют. А тут я хлопаю, когда люди ноги поднимают. Тут дело не в хлопании, а дело в здоровье. Аплодисменты здесь. А эта нога у меня, между прочим, была переломана в коленном суставе, был разломан коленный сустав на кусочки. И мне сказали, что я никогда ходить не буду. Ну что вы сделали? Вы его склеили? 2 месяца я сидела в гипсе. Так. А после того, как сняли гипс, так, мне, я показалась ортопеду, а он упал в обморок.
потому что я уже что-то делала этим суставом. Мало того, я делала миллиметры каждый день. Каждый час я делала где-то несколько минут миллиметры сгибания, миллиметры. А вот такой вопрос у меня. У меня есть хороший друг. Да. Когда мы были студентами, он занимался самбо. Да. И в один момент он на тренировке поломал четвертый позвонок. Да. И врачи приговорили его к смерти, да. Но потом он все-таки как-то выжил, но полный паралич. И вот каждый день, когда я к нему приходил в больницу, он мне говорил: «Боря, я сегодня 100 раз разжал и сжал кулак». Я говорю: «Как?» В это время рука лежала его, ну, полная, совершенно атрофирована. Он мысленно по 100 раз сжимал и разжимал кулаки. Он молодец. Потом каждый палец на ноге, он мысленно тоже. Я преклоняюсь. Вы знаете, он сегодня прекрасно себя чувствует, он физически здоров. Вы понимаете, у меня такие вообще больные были. У меня был один негодник, между прочим, по своему содержанию. Ужасный человек. Но он сделал то же самое. Я работала на полимиелите. И взрослый человек заболел полимиелитом. Полный паралич. И что он сделал? Он привязал к кровати веревки и делал то, о чем вы говорите. И он встал. Хотя врачи сомневались в том, что это возможно. То есть, скажем так, мы не будем подрывать авторитет врачей. Вы ведь сами врач. Но с другой стороны, мы хотим сказать, не верьте, если вас... Нет, дело в том, что всякая отрицательная, всякая негативная информация не проходит для нас бесследно. Это стрессовый удар. И он в какой-то мере вредит нашему здоровью. То есть не надо общаться с людьми, которые говорят, врачей. Не получится, плохо. Те врачи, которые говорят негативные вещи своим больным, они делают черное дело. Это я вам точно говорю. Потому что если врач заходит в палату и говорит, у вас тяжелая форма, допустим, гипертонии, она будет протекать более тяжело, если бы он это не услышал. Потому что наш мозг так сделан, чтобы реализовать то, что он думает. А если врач этот говорит больному, больной начинает об этом думать. Да. У нас есть несколько фотографий на столе. Так я вам сказала еще не все. Да, я прошу прощения. Да, это мы говорили о теле, о том, как он должен двигаться. Кстати говоря, все мышечные усилия, которые делают вот в жимах, и все это очень полезно. Но надо помнить, это надо делать очень грамотно. То есть дело не в самой монотонности того, что ты делаешь на спортивном зале, а как-то в этом надо вкладывать какую-то мысль или что? Или идею? Дело не в этом. Дело в том, что динамические упражнения, то есть бег, плавание – это прекрасная вещь. Но можно бежать от инфаркта, можно бежать к инфаркту. Ну и вы знаете секрет? Да, конечно. И в чем же этот секрет? Чтобы секрет в том, что надо быть под наблюдением человека, который может сказать вашу нагрузку. То есть надо всегда как бы значит, рядом мы делаем как? Мы снимаем энцефалограмму, снимаем кардиограмму и смотрим ту нагрузку, которая дает возможность повредить ваш сосуд. А потом даем вам половину нагрузки. Это так мы делали там. Здесь этого нет. Здесь ты можешь, я не знаю, как они меряют, я не в курсе, я здесь не работаю в этой области. Но я могу сказать, что я, например, за своих больных почему спокойно? Потому что я им не даю нагрузок на сердечно-сосудистую систему. Я работаю с их сознанием и с их телом. Ну хорошо, то есть получается, значит, что без вас, вот наш телезритель, он сегодня нет, живет они в могут это, они могут делать это сами, но они должны делать это правильно. Они должны найти специалиста, который даст им правильные возможности сделать. Их тело, их конкретного тела. Их тело и их возможности в смысле тренировки. Вы знаете, ваша интуиция тренируется, ваш мозг тренируется. Вы знаете, один летчик полярный рассказал такую историю интереснейшую. Он стоял возле самолета на ледовом поле, там, на снегу. И вдруг слышит, кто-то его толкает в спину носом. Он повернулся, это белый медведь. Он настолько испугался, что он впрыгнул на крыло самолета. Это был брумелевский рекорд без разбега.
Когда люди пришли его снимать с этого крыла, они не поверили, что он туда прыгнул. Откуда он взял силы? Он же не тренировался. Да, ну о скрытых резервах мы много читаем, как мама там держала целый вагон, чтобы тот не наехал на ребенка. Вот в том-то и дело, что человек может невероятно много, но он должен знать, как, в какое время и сколько, и каким образом. Он должен, безусловно, обратиться к людям, которые понимают. То есть никакой самодеятельности? Ну, почему же? Кое-что, конечно, можно сделать по книгам, но я уже пробовала по книгам, когда вот я была больна. После этого я дважды попадала в стационар. Потому что я хотела самым эффективным заниматься дыханием, а дыхание – это очень серьезная вещь. А ведь мы живем за счет кислорода. Если мы с вами кушаем, допустим, мясо, так и наши клетки ведь не кушают мясо. Они кушают аминокислоты, которые из мяса нужно сделать, или из рыбы. А без кислорода вы это не сделаете. У вас получается очень много недоокисленных продуктов, то, что называется шлаков, и вы себя отравляете. Вот почему часто пожилым людям даже советуют уменьшить количество мяса или, может быть, отказаться от него. Потому что оно не будет переработано. Конечно, да? Там он себя отравляет. А что, пожилой человек надо, хуже дышит, меньше кислорода потребляет? Дело в том, что люди неправильно дышат именно потому, что они начали разговаривать. Ребенок дышит правильно до тех пор, пока он не научился разговаривать. Как только он научился разговаривать, значит, у него дыхание. Значит, надо меньше говорить. Значит, дело не в этом, а дело надо правильно дышать. Основная дыхательная мышца – это диафрагма. Вы знаете, мне рассказали, что в Америке, в нескольких штатах, есть специальные такие, ну, скажем так, лечебницы, аппараты. Школы, нет-нет, где школы. Человек живет 12 дней, да. Он не имеет права говорить, он не имеет, ну, телефон, все это, естественно, убирается. Да, да. Он 12 дней погружен только в себя, питается только какими-то продуктами органик и находится сам с собой, медитирует. Вы считаете, это хорошо? Я считаю, что 12 дней сразу взять человека, погрузить в эту штуку, я считаю, что это неправильно. Я видела, я заканчивала институт Брахма-Кумарис, индийский институт духовных знаний. Это раджа-йога. Это только медитация, все часами медитация. Вы знаете, какие видели там осложнения? Там, да, в этой школе? В этой школе, да. Мои товарищи, вот, которые рядом со мной. А почему? Там же были учителя. А почему? Потому что это медитация, оторванная от движений, понимаете, она чревата. Если вы будете очень долго ей заниматься, вы можете попасть в совершенно невероятную ситуацию. То есть я хочу научиться от вас, а вы все время мне покажете что-то, а потом говорите, нет, это опасно. Это хорошо, но это лучше не делать. А как же я от вас научусь что-нибудь? А как вы можете научиться? Очень просто. Включайте в акт дыхания ваш живот. Живот? Живот, потому что диафрагма – основная дыхательная мышца. И тогда все будет нормально. Вот ну почему же? Это надо делать правильно. Ну, понимаете, тут на телевизионной передаче, конечно, трудно рассказать людям, как надо это все правильно делать. Ну, где-то можно что-то почитать, это, есть какие-то, да, конечно, есть литература, есть которую, книги, вот, например, да, вы можете, да, я знаю, посоветовать. Единственное, что я могу посоветовать, что вот это дыхание верхушковое, то, что делать, вот это вот не надо. То есть грудью нельзя дышать, только животом? Почему нельзя? Грудь, безусловно, принимает участие, потому что межреберные мышцы ведь тоже дыхательные. Но основная дыхательная мышца все-таки живот. Понятно. У всех мужчин и женщин... Но все-таки главное все-таки настроить. Одно слово еще я хочу сказать. Пожалуйста. Когда вы отращиваете себе животик, у вас диафрагмальное дыхание немедленно прекращается. Вот почему плохо отращивать животы. Да, я знаю. Свой живот отращивать плохо. Хорошо, уважаемые телезрители, мы сейчас сделаем с вами небольшой перерыв на рекламу, после которой мы продолжим нашу встречу с Рахиль Перцовской. Человеком, как вы видите, интересным, уникальным и молодым. Итак, реклама. Уважаемые телезрители, в институте Max Medical используются нехирургические методы лечения заболеваний позвоночника и суставов, которые помогли сотням наших пациентов избежать операцию или отсрочить ее. То, что операцию на позвоночнике и суставах можно сделать, далеко не всегда означает, что делать ее необходимо. Пройдите курс лечения в институте Max Medical, где ваши шансы обойтись без операции или отсрочить ее максимальны.
вы можете жить без боли. Дом отдыха «Сказка» – это чудесный летний отдых для всей семьи в Кастильских горах, штат Нью-Йорк. Близлежащие кристально чистые речки и озера, утопающие в зелени коттеджи и корпуса с кондиционерами, холодильниками и телевизорами, вкусное обильное питание, экскурсии, танцы и концерты, русское телевидение и интернет. Доставка из Нью-Йорка, Бостона, Линна, Филадельфии и Чикаго. Дом отдыха «Сказка» – это сказка наяву. Информация на сайте сказка.с и по телефону 718-232-30-50. Я открыл новый офис в Квинси, Регапарк. У нас работают специалисты из лучших медицинских школ Америки. Сегодня в Квинси стали доступны уникальные методы лечения, наработанные в клинике доктора Хилемского за многие годы. Бесценный опыт врачей, современное оборудование и технологии позволяют справиться с заболеванием. Головные боли, ущемление нервов позвоночника, болевые синдромы. И если вы испытываете страдания от боли... Вспомните доктора Хилемского. Даже у богинь есть проблемы. А крупные варикозные вены – проблема для всех смертных. Без боли, скальпеля и шрамов с помощью ультрасовременного лазера хирург Миработер вернет вам божественную красоту. Через 10 минут после процедуры в офисе под местной анестезией можно отправляться на свидание. Божественная технология и искусство хирурга. Миработер. С вами Борис Тенцер, и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Мы знакомимся в понедельник с новыми людьми, с новыми идеями. И эти люди, которые приходят в студию, они всегда нам что-нибудь новое приносят. Они приносят свое видение жизни, свое умение чего-то достигать. Вот, в общем-то, ради этого именно в понедельник. И мы делаем с вами наш контакт. Рахиль Перцовская. Рахиль Перцовская... Тут уже нам показывала, как ногу она умеет красиво сделать так, что я, например, не могу так поднять ногу. Она делает шпагат, она врач, ей 70. То есть, вы, видите, я не могу произнести слово 80. Я произношу только 70. 88 лет, а через год и 7 месяцев мы будем праздновать с вами 90-летие. Ну, если доживем. О, нет, нет, эти фразы я от вас не хочу слышать. Вы не тот человек, Бога, который задает такие... Это от Бога. Когда захочет, тогда заберет. Когда захочет, тогда заберет. Я знаю из вашей жизни эпизод, когда вам делали, вправляли там что-то такое, колено, еще что-то, и ваш настрой позволил доктору все это делать без наркоза, поскольку не было необходимого средства. Все остальное было для вас противопоказано. Действительно, это так было. Дело в том, что, вы понимаете, человек может себя обезболить, если заниматься вот этими вещами. Кстати говоря, я в какое-то время поняла, что йога для европейца – это очень такая трудная штука, и начала заниматься тайчи и цигуном. Меня учили китайцы, вот, а сейчас у меня появился учитель такой в Китае, куда я дважды вылетала в Сиэтл к нему. В прошлом и позапрошлом году. Да, вот я смотрю, вы настолько легки на подъем. Вот вы говорите, Сиэтл. Я знаю, вы недавно вернулись из Бразилии. Да, вот вы услыхали, что там есть новый гуру. Он не совсем новый. Да. Вы взяли, сели на самолет, и 20-часовой перелет вы совершили. Ну, не 20 часов, это сильно преувеличено, где-то часов 16-17, ну да. Но дело, видите, в том, что я не только, я летала во Флориду и изучала работу Института Гиппократа в Америке. Вы остались довольны этим институтом? Это институт очень интересно работает. Он макродиетическая диета. Он предлагает, очень дорого, правда, берет за 3 недели, что-то 1000 они берут.
Значит, мы сделаем так сейчас. Во-первых, я предложу нашим телезрителям номер телефона, по которому они могут позвонить. Пожалуйста, звоните, участвуйте в передаче, задавайте вопросы, и короткий ответ вы получите точно. Длинный, я думаю, у нас не получится. Да, пожалуйста. Я хотела сказать, что всю жизнь я собираю эти методы, которые могут помочь людям выжить. Вы написали какую-нибудь книгу уже? Хочу написать. Это уже после 90-летия или до? Ну, посмотрим, надо еще кое-что изучить. Еще кое-что. Более 50 лет вы в этой области как бы себя совершенствуете. Дело в том, что я работаю врачом больше 60 лет. Да, но вначале же вы не А это уже больше 40, вот 47 что-то получается, да, 62-го года сколько это получается. И вы и сейчас тоже ищете учителей? Вот вы говорите, я без конца учусь, я и в Америке учусь. У меня тоже здесь есть учитель, и я посещаю. А как вы находите учителя? Каким образом? Вот масса объявлений, масса каких-то предложений. Откуда я могу знать, что это действительно человек, которого я что-то научусь, а может быть, он просто самозванец? А я беру у каждого учителя то, что ничего мне не хватает. А они часто берут у меня того, чего им не хватает. А сейчас я учусь вообще рисовать акварельными красками. А вы еще рисуете? А что, это что? Это часть йоги или это что? Нет, это восстановление правополушарных центров мозга. Потому что если человек хочет выжить и выстоять, он должен делать то, чем он никогда в жизни не занимался, и что ему трудно. Еще раз, когда это в возрасте вы имеете в виду? Именно когда уже становится... Любой возраст. В любом возрасте. Он должен делать то, что он не может. Все время новое что-то, новое. Что ему трудно, потому что, значит, эта клетка мозга не срабатывает. А если вы это... Я, например, никогда кисточку не держала в руках. Вот я начинаю этому учиться, и мой мозг начинает развиваться в этом направлении. Очень интересно. То есть, как бы расширяются возможности вашего мозга, или он находится как бы в постоянном каком-то развитии? Что такое мозг, вообще никому ничего не известно. Непонятно, как. И вы этого не знаете? Никто не знает. И вы не знаете. Ну, тогда мы послушаем наших телезрителей, может, они знают. Жанна, откуда? Из Нью-Йорка. Здравствуйте, Жанна, вы ставите в студии. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела спросить, как бороться с почечным давлением? Оно у меня прыгает, то очень высокое, то низкое. Так, значит, хорошо, спасибо большое. Я хотел бы, чтобы мы с вами как-то определились какими-то вещами. Это не медицинская передача. И как бы каждый диагноз, который... И кроме того, это не для этого все это. Значит, я хочу, чтобы вы нам секреты открыли нас трое. Я же должна ответить человеку. Да, что-нибудь ответить, но не конкретно. Нет, просто то, чем вы страдаете, это еще не гипертония, это вегетососудистые фокусы. Это фокусы регуляции, то есть регуляция не срабатывает, и поэтому вы на какие-то реагируете повышением давления на какие-то моменты жизни, падением давления. И это не опасно, но медициной, лекарствами очень плохо лечат эти вещи. А вы должны заниматься восстановлением своего нормального образа жизни, если для вас это возможно, Жанна. А что такое нормальный образ жизни? Это рационально питаться. Вот вы можете взять, познакомиться, что такое рациональное питание. Так, рационально, в общем-то, проводить свое время. Так. Потом надо специальное, может быть, движение для развития вашего тела. Тоже очень полезно, потому что известно, что нагрузки, в какие-то рациональные нагрузки, приводят к нормализации давления и к нормализации свертываемости крови. Так вот, коротко, если ответить вам, понимаете, вот так. Да, Мириам, Мэриленд. Здравствуйте, Мириам, вы ставим в студии. Алло. Да-да, слушаем вас, Мириам. А, Мириам. Мириам, да? Здравствуйте. 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 Я хотела спросить, можно ли попасть на прием? Да. Можно ли к вам попасть на прием? Нет. Я сразу отвечаю. Значит, давайте мы сразу так еще и второе решим. Это не рекламная передача, которая как-то чего-то. А мы здесь встретились для того, чтобы вот если у вас есть какое-то желание себя сам усовершенствовать, найти в себе больше силы, больше возможностей, вот это как раз тот случай, когда у нас в гостях человек, который смог себя поднять настолько, чтобы сегодня вот быть, в общем-то,
молодом теле в своем возрасте. Вот для этого этот человек у нас в гостях и с нами делится. Но там где-то, чего-то, какие-то встречи, это можно тогда поднять всю Америку и делать. Это совершенно другая передача. Да, я надеюсь, я не отбиваю. Нет, все правильно. Но дело в том, что я с удовольствием могу рассказать человеку, как и что надо делать. Но для этого... Естественно, нужны какие-то другие условия, правильно? Да, безусловно. Это совершенно. Скажите, пожалуйста, ну вот, все-таки вы чувствуете свой возраст? Видите, когда тебе под 90, друг мой, жить совсем непросто. Годы-то идут, бьет как чей-то кнут. Органы, ну как свирели, не проходят и недели, чтобы что-нибудь не спели, что же не поют, что все не вырегут. Это так у большинства, правда? Это ваши стихи? Это мои, да. Ну, ах, 80... Вы пишете стихи, вы начали рисовать, вы... Ах, 88, совсем еще не осень. Да, еще не осень. Да. А что это? Я гармонии полна, я романтик с детства. Я гармонию ищу, я романтик с детства, я ищу, но не ропщу, что в мире нет ей места. Я полна любви, ищу, кому ее отдать. Я ищу, но не ропщу, никто не хочет взять. Ну почему вы мне объясните, любовь мне некому отдать, и никто не хочет взять, что делать мне девица, ведь 88, совсем еще не осень. Да. А кто у нас на линии? Алло. Как посмеяться можно? А там что-то со связью. Нина, Нью-Йорк, здравствуйте, Нина. Нина, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотела спросить... Мне 2 года назад ввели стафилококк, когда делали блокаду. Вот. И 2 года выводили, вывели, но 4-5 позвоночники у меня очень изранены. Много рубцов, я не могу выпрямиться и очень тяжело ходить. Как мне быть? Я бы не хотела. Хорошо. Вы хотите что-то отвечать? Вы понимаете, надо посмотреть. Да, это я думаю, что мы дело опять вернемся. Дело в том, что единственное, что я могу сказать, милая женщина, что у вас есть возможности. Я видела человека с вашими проблемами, который полностью восстановил позвоночник очень осторожными, очень такими не очень, я бы сказала, степ-дай-степ, как говорят американцы, очень осторожными движениями. И консультируйтесь со специалистом, физиотерапевтом, который будет вас в этом смысле направлять. То есть, скажем так, вы верите, что практически любое, если я ошибаюсь, вы меня поправите, любое практически заболевание, которое есть у человека, он должен к нему относиться как к заболеванию, которое можно победить. Просто надо найти, Борис, умение. Вы коснулись очень интересного вопроса. Тут надо сказать, если у вас есть какая-то даже тяжелая больная, это вы больны? Это больно ваше тело. А вы здоровы? Так, стоп. Это больно ваше тело, а ваша душа здоровая. А что, не надо себя отождествлять со своим телом? Да, не надо. Ваша душа здорова. Она должна работать на тело. Вы понимаете, мы обычно рабы своих желаний. Да? Это точно. А надо, чтобы человек был хозяином своих желаний. Это, знаете, меня индусы учили, что ваше тело – это автомобиль, а водитель – это ваше сознание. И то есть вы должны как бы корректировать свое сознание? Да, вы должны, во-первых, и позволять вы должны заботиться о своем теле, чтобы оно было правильно эксплуатировано, как автомобиль, если автомобиль он не работать не будет. А потом учтите, что есть вещи-поломки, а есть разрегуляции. Поломок никаких нет. Врач говорит, вы все здоровы, возьмите себя в руки. А больной говорит, если бы я мог взять себя в руки, я бы к вам не пришел. Понятно? Как вы считаете... А как взять себя в руки? Да, вот как взять себя в руки? Только работа. Только работа со своим сознанием. Да, это психотренинг, это медитация. Только надо в разумных пределах, естественно. Не надо 2 недели этим заниматься без перерыва сразу. Есть люди, которые занимаются этим годами, индусы, но это совсем другая тренировка. Не готовы к этому? Они подходят к этому. Хорошо, послушаем еще. Надеюсь, что Вера из Лос...
Лера из Лос-Анджелеса. Здравствуйте, Лера, вы с нами? Здравствуйте, у меня вопрос такой к Рахиль. У меня девочка, ей 12 лет, она заикается. Вы говорили, что дыхание связано с речевым аппаратом как-то, с речевой деятельностью. Возможно ли, чтобы йога в этом помогла? И я знаю, что йога для детей – это совсем не то, что йога для взрослых. Это должен как-то специалист, ну, специалист во всем должен быть. Но в этом, в частности, йога для детей, она чем-то отличается? В каком возрасте можно начинать? И знаете ли вы что-то об этом? Хорошо, спасибо, Лера. Да. Значит, йога для детей можно начинать с 5-6 лет. Так? Но дело в том, что вы совершенно правы, что должен заниматься этим специалист. Специалист именно по детской йоге. Именно специалист, который понимает, как работает детский организм. Да. Понятно. Из того же самого далекого Лос-Анджелеса, Гарри, здравствуйте. Добрый день. Я не хочу много занимать времени у вас. Да-да, говорите, пожалуйста. Алло? Да. Я бы очень хотел бы иметь телефон этой женщины, которая вызывает очень большой интерес, потому что, безусловно, передача длится очень короткое время, а у меня очень серьезные вопросы от группы людей. И если Рахиль не против, я хотел бы иметь ее телефон, или как можно вычислить, чтобы конкретно сконтактировать вместе. Значит, смотрите, Гарри. Подожди минутку. Значит, вы не можете дать телефон, сейчас могу. Вся страна. Да, не надо. Ну, и после этого надо закрыть телефонные линии. Позвоните, пожалуйста, в эту студию, я вам разрешаю. Оставьте свой телефон, да. А Рахиль с вами свяжется. Да. Как да. всегда мы это делаем. Да. Вы звоните, а уже наш гость решает свои возможности, как он может. Обязательно я постараюсь ответить на ваши вопросы. Поскольку меня Бог оставил в живых именно для того, чтобы я помогала. Коннектикут. Шелли, здравствуйте. Мы с нами в студии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, да. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за гостя, потому что вы как будто угадали мои желания. Я пыталась лично связаться с нашей дорогой гостьей, но у нее не получилось. Я понимаю, насколько она занята, как она постоянно в полете, как... Да, Шелли, пожалуйста. Легко и свободно. Но, тем не менее, я, значит, хочу сказать, что я хотела очень встретиться с вами, потому что такая звезда... На нашем скромном небосклоне нашего русского... Сильно преувеличено. Русской миграции. Ну, вы, конечно, я восхищаюсь вами и понимаю, как здорово вы поняли, что вы не имеете права сдаваться. Вы должны жить, потому что нам на ваших как бы руках еще и себя и прочее. И кроме того, жизнь прекрасна. Зачем уходить? О, жизнь прекрасна. Вот это то... Спасибо большое, Шелли. Спасибо. Я вас... Вот это то, о чем самое главное, то, как бы, что вы все время, когда мы с вами общались, жизнь прекрасна. Да. Это ваш главный постулат. Я хочу сказать, мои дорогие, что все самое главное в жизни. Самое главное для жизни – жить. И ничего другого. Процесс. Это вот ваше процесс, оно меня покорило. И самое главное, чтобы ничто вас не огорчало, если вы живы. Потому что сегодня это вас огорчает, а на завтра вы или там через месяц... А если вас нету, уже ничего не огорчает. Ну, если жизни нету, так уже вообще ничего нету. Так? Значит, жизнь. А второе, очень важное, то, что мы не понимаем, это время, которое вы живете. Как да, вы, да. Знаешь, я написала одно такое стихотворение, два слова, да? Да, пожалуйста. Мои стихи лишь про тебя, твою судьбу. И тот порог, и как преодолеть ты смог. И что успел, когда прозрел... Ты жизнь от Бога получил, а как ее употребил? Ведь за нее ты не платил. Кто-то платил, может? Кто-то платил, но не вы. Ну, не я. Одно из самых моих любимых выражений, которое я всегда, когда у меня есть возможность, я всегда его употребляю. Это из писем Сенеки к своему другу Луцилию. Он говорил, все у нас, друг мой Луцилий, чужое. Только... Время наше. Слушайте, я не знала этого высказывания, спасибо вам за нее. Ну что-то я тоже должен хотя бы вам преподнести. Я придумала то же самое, вы знаете. Я хочу сказать вам, есть такая притча, когда ангел смерти приходит за человеком забрать его и не забирает, он ему оставляет еще своих два глаза.
Два глаза? Еще своих дополнительно два глаза. И человек видит не двумя глазами, а четырьмя. И я вам хочу сказать, что я вижу мир, например, уже иначе, чем до этого. Я понимаю, что для чего, собственно, мы же для чего-то мы оставлены природой. Для чего-то человек был сделан природой, Господом Богом. Для чего? И дождь идет, мы знаем для чего. Так? Мы знаем для чего. Ну, догадываемся. Мы знаем для чего там земля наша существует. Мы знаем для чего, как это все, да, что каждое имеет свое значение. Какое значение имеет жизнь человека? Для природы, для мира, для Вселенной. Имеет вы себе ли... такой нашли ответ? У вас есть ответ? Да, у меня в какой-то мере для меня. Я вовсе не хочу сказать, что все вы должны согласиться с тем, что я выдумала, что я, к чему я прихожу. Но я очень много над этим размышляла, потому что от этого зависит наша жизнь. Как мы поступаем? Когда человек гонит машину, и перед ним ребенок, или разбить машину, или задавить ребенка. Как он должен решить этот вопрос? И я глубоко убеждена, что наша судьба, это еще зависящее от нас. То есть Бог дал возможность нам право выбора. И если мы выбираем этот путь, у нас будет одна судьба. А если мы выбираем этот путь, у нас будет другая судьба. А если мы выбираем правильный путь, нам помогает судьба. Она поддерживает нас, она нам дает возможность. Ну, выбор – это действительно самое сложное, в общем-то, в жизни. Да. Так вот, я думаю, что человек создан для того, чтобы участвовать в работе Вселенной. И участвовать в положительном смысле. Что наши мысли, наши чувства, наши поступки должны соответствовать тому, что мы хотим получить. Хорошо, у нас там много звонков, давайте будем продолжать, давайте немножко дальше послушаем. Из Калифорнии, да, Зарима, правильно? Да, Зарима, Калифорния. Здравствуйте, вы с нами в студии, Зарима? Здравствуйте. Да-да, правильно. Да, говорите, пожалуйста, прекрасное имя Зарима. Здравствуйте, меня зовут Зарима. Да, очень красиво. Калифорния. Я буду очень бережно обращаться с... Здравствуйте. Говорите, говорите. Я буду очень бережно обращаться со временем. И я хочу сказать, что Рахиль Перцовская – это уникальный человек с уникальным опытом и уникальной философией. И я думаю, что все, многие очень люди поддержат меня, что мы очень нуждаемся в том, чтобы с этим человеком вступить еще раз в контакт непосредственный. То по понедельникам! Нет, не имею в виду разговаривать, но слышать и знать о ней, и видеть ее – сделайте, пожалуйста, серию передач. Я вас очень прошу. Хорошо. Все будут очень благодарны вам. Спасибо. Хорошо. Любые предложения, контакт по понедельникам принимает с удовольствием. А вот как получится, посмотрим. Рахель имеет, в общем-то, тоже она занятый человек. У нее есть группы людей, которыми она занимается. И должен сказать, что делает она практически это безвозмездно. Что тоже очень и очень меня тоже тронуло, когда я узнал всю эту историю. Исаак, Филадельфия. Здравствуйте, Исаак. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста. Соедините вас, пожалуйста, с кем? Вот правильно. Я должен выключить Вы меня слышите? А? Говорите, пожалуйста. Звук я выключил. Да, говорите, алло? Исаак. Да, говорите. Я звоню вам с Филадельфии. Прекрасно. Мое имя Исаак. Я бы хотел узнать, какое будет заключение или пожелание в отношении аппликатора Кузнецова. Я на этот аппликатор каждый день перед сном ложусь на него. Это иголочки такие, да? Это иголочки такие. Да, иголочки, да. Вот голым телом. Вот что доктор скажет в отношении этого аппликатора. Так, разрешите ответить. Хорошо, хорошо, Исаак. Давайте послушаем. Мы ответим вам. Значит, уважаемый Исаак, вы делаете очень хорошо и очень правильно. Все, что вам помогает, делайте. Еще кроме этого... Это очень... не важно, это будут болтики или иголочки. Главное, да, если помогает... Вы можете даже для стоп что-то сделать. Вы можете насыпать там какую-то крупу, которая колется, и ходить по этой крупе в какой-то, да? Вы можете всячески раздражать. Если вам это помогает, это замечательно. Вообще, аппликатор Кузнецова очень хорошая выдумка. Но я вам хочу сказать, что кроме этого есть еще холодная вода. Холодная вода? Да. А горячая не годится? Можно и горячей, но после горячей хорошо холодная.
Понимаете? Если вы будете обливаться после горячей, чуть-чуть прохладнее, чем ваша вот эта горячая, а потом доведете ее до обыкновенной температуры, вы почувствуете какая-то прелесть. Я, например, каждое утро беру ведро холодной воды со льдом и на себя. После горячей можно ванны. Можно повторить еще раз? Ведро с холодной, со льдом воды. И на себя. И на себя, да. Но я еще этому воде говорю, что я хочу от нее получить. Вы вот, и говорите. Вот сегодня я и сказала, что я хочу так выступить, чтобы все люди, которые меня слушают, чтобы они умели принять то, что им посылает судьба, и чтобы они умели не страдать от этого, а уметь расслабиться в этот момент и почувствовать, что самое главное у вас еще есть, у вас есть жизнь. Да. Прекрасно. А скажите в двух словах, вот меня интересует часто, когда я там бегу по набережной океана, я вижу представителей китайской, большинство это азиатское, которые медленно-медленно выполняют различные упражнения. Что это такое? Огромное спасибо за этот вопрос. Я просто не имела возможности коснуться. У нас есть даже какие-то видео, но я не хочу тратить время. Вот просто возьмите шар, которого у вас в руках нет. В руках ничего нет. Осторожно, микрофон у нас. Это все. Микрофон? Нет, это моя штучка. Возьмите просто шар. Если у вас нет этого ощущения, что вы что-то руками берете, возьмите мяч. Настоящий мяч. Настоящий. Потом положите его. И возьмите ничего, чтобы у вас в руках ничего не было, но чтобы вы почувствовали, что у вас этот мяч есть. Представьте себе, что это энергетическое что-то. Что вам это энергетическое пространство, которое заполнено энергией. Так, между прочим, оно и есть, потому что пространство наше полно энергии. И вот эта возможность вот крутить этот шар, вращать. Что это дает? А сейчас я вам объясню. У нас уже осталось 2 минуты. Да, Рахель, нам придется делать серию передач. Дело в том, что это дает развитие правополушарных участков мозга. И мало того, 2 петербургских института этим занимаются, и то, что они пишут, так я им не верю даже, что они пишут. Они занимаются именно этими упражнениями. 45 минут в день они крутят шары. В течение 20 сеансов. Почему же вы им не верите? Хорошо? Потому что они пишут, что слепые прозревают, но у меня, извините, я этому не могу поверить, если я сама не вижу этого. Я, правда, многому чему не верю, но часто приходится верить. Вот в Бразилии я тоже увидела там такие вещи, которые раньше невозможно поверить. А вообще вы Фома неверующие или вы открыты? Я человек, воспитанный советской школой, понимаете? Я очень-очень осторожно отношусь к тому, что пишут в книгах. Потому что иногда пишут ерунду, иногда пишут полезные вещи. Вы много читаете? Дело в том, что в своей области я хорошо образована. И продолжаете сейчас читать? Да, продолжаю учиться все время. Как ваше зрение, как ваша сосредоточенность? Ведь очень многие уже после 80 уже начинают жаловаться на все остальное. Дело в том, что нет, мои дорогие, все нормально, но дело в том, что я хочу вам прочесть одно стихотворение, если у нас осталось время. Да, пожалуйста. Мы пришли в этот мир научиться любить. А учиться приходится многому. Что сказать? Где смолчать? Что ценить? Что забыть? Не попасть бы в звериное логово. Вы пришли в этот мир научиться любить не себя, и не деньги, не власть, а помочь, отозваться, забыть про корысть, ведь любовь не купить, не украсть. Но и это не все. Научиться любить и открыть свое сердце для нежности, напряжения души и в раздумьях, в тиши, и быть верным любви и надежности. Рахиль Перцовская. После этих слов что надо произнести? Человек, который что-то в этой жизни, наверное, понял, да? Кто его знает? Не знаете. Хорошо, тогда мы оставим это на следующий раз. Большое спасибо, Рахиль. Вам спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто послушал меня. Это хорошо, когда начинать понедельник вот с таких хороших, интересных гостей. И, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен вам за то, что этот час вы провели вместе с моей гостьей Рахиль Перцовской и вместе с передачей «Контакт по понедельникам». Если вы оставите сюда свой телефончик, я постараюсь ответить. Хорошо. Всего хорошего и до новых встреч. Будьте здоровы.